На передовой двое раненых. Боевики с начала суток три раза нарушали режим тишины возле Каменки, Водяного и Зайцева. Впрочем, после 10 утра обстрелы прекратились. Тем временем в недавно освобожденных селах налаживается инфраструктура. Там восстанавливают линии электропередач, прокладывают дороги и открывают медпункты. Больше расскажет наш военкор Игорь Левинок. Раз, а то и два раза в неделю фельдшер Анна Алендаренко принимает пациентов в селе Травневом. Иногда ее подвозят военные, но чаще всего приходится идти пешком из соседнего поселка Новолуганского, который расположен в 5 километрах отсюда. Они мне все как родные. Куда же я их брошу? Я вон прихожу в каждый двор, они только не бросай. В декабре контроль над селом установили украинские военные. Здесь пока не работает магазин, но уже появилось электричество. И главное, заработал ФАП. Прилеты были, попадания в стекла. Ну, обещали нам, председатель сказал, что 6 числа они сюда приедут и будут заниматься окнами ФАПа, замеры сделают и все остальное. Все по плану, все население привито, по графику все нормально, детки получают. Анна обслуживает почти 200 человек, жителей Травневого и соседнего хутора Гладосова. Выдает таблетки и выписывает рецепты. Давление 150 на 80. Повышенное давление. Ты не пьешь, не принимаешь таблетки? Нет, у меня все время пониженное. Военные рассказывают, что иногда сюда приезжают и врачи из волонтерской миссии, но они не решаются зайти в каждый дом. В Травневом есть улицы, которые постоянно простреливают боевики. Они знают, куда можно идти, куда нельзя идти. Поэтому лишний раз никто рисковать своей жизнью не хочет. Даже если просто дали очередь того же ПК в наше направление, никто не даст гарантию, пуля, убойная сила сохраняется до 3 километров. В селе остались в основном старики, но есть две семьи с маленькими детьми. Живут далеко от ФАПа, к ним фельдшер приходит на дом и каждый раз рискует жизнью. А что делать? Народу нужна помощь оказывать. Кого интересует страх? А им не страшно здесь жить? Егорке скоро исполнится годик. Малыш заболел. Спасибо. Есть подозрение на ангину. А ну открою. А ну пореви еще. А ну пореви еще. Заодно посмотрю. Ага. О, все ясно. Нужны лекарства, но купить их не так просто. Ближайшая аптека в Новолуганском. Асфальтную дорогу к селу контролируют боевики. Рейсового сообщения нет. Ну, в Луганку, ну, только этим самым рабочим автобусом. Выехать не на чем. Армейцы же утверждают, альтернативная дорога к Травневому скоро будет. Пусть не асфальтированная, но автомобили по ней ездить смогут. Тоді, коли ця дорога, ці роботи будуть закінчені, відсипеться повністю дорога, два рази на тиждень буде ходити рейсове сполучення. Люди зможуть виїжджати в Бахмут, в Новолуганський, вирішити свої нагальні потреби. Гравия досыпать осталось 1,5 километра. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.